Шестеро мужчин разных профессий, примерные отцы семейств, живут по девизам «Мечтай и действуй». Именно все и началось с мечты. Друзья были одержимы идеей съездить на машине до Байкала. В 2012 году мечта осуществилась. Дикари – так они называют сами себя. Автомобильные экспедиции для них – образ жизни. Сейчас они вновь в пути. Совсем ненадолго остановились в Алдане, чтобы пообедать и заправиться. В этот раз их маршрут пролег от Тольятти до Магадана. Из родного Тольятти дикари стартовали 26 февраля. Домой планируют вернуться в конце этого месяца. Лада – король дорог и верный друг. Экспедиторы знают, о чем говорят. Преодолев сотни километров, машины не подвели ни разу. В какие края пойдет их следующая экспедиция, друзья пока не решили. Скорее всего, их путь проляжет в Чеченскую республику. В итоге проехали через Екатеринбург, проехали мы через Новосибирск, Красноярск, Иркутск. Проехали по Байкалу, Чита. Перед этим заехали в Ивлогинский Датсан. И в итоге вот мы через Нерюнгри стартовали на Якутск. После этого ушли как раз в среднюю часть Якутии, на Верхоянск. Мы сейчас уже вернулись с Магадана. Мы сейчас вернулись с двух полюсов холода, с Оймякона и с Верхоянска. Разгадали главную неразрешимую задачку для себя, кто же все-таки является полюсом холода. Вот. И сейчас уже едем обратно в сторону Тольятти, домой.